Всем привет, друзья! Получила немного посылок сейчас с Алиэкспресса. Покажу вам, что я получила. Вот тут у меня 5, 6, 7, 8, сейчас 9, 10. Сейчас покажу вам, что я получила. Ну вот, я распаковала все. Сейчас буду раскрывать. Не буду шуметь при вас. Сейчас открою бусины. Сначала покажу вам бусины. Какие я заказала бусины красивые. Вот такой цвет. Два пакетика я заказала. Не помню, сколько там штук идет. Я хотела такой цвет давно. Красивый такой цвет. На камеру не передать. Он так переливается. Вот такая бусина. Это 8 миллиметров. Вот так они переливаются. И я думала, будут вот такие капельки. Также переливаться, как на картинке они были, но они совсем другого цвета, и нет у них такого сверху покрытия, как здесь, прям сверкающее. А здесь мне вот эти капельки не нравятся совсем, какие-то грани все некрасивые. Что-то вот это мне качество не очень нравится. А вот эти бусины, если честно, вот нашла, посмотрите, тоже бракованную бусину. Вот такая вот непрокрашенная, или вот такое качество бусин. Цвет красивый, я давно хотела такой цвет приобрести. Ну, они не могут без брака жить. Вот это вот, вот одна посылка была, один цвет. Дальше вот эти, вот этот цвет очень красивый. Сейчас раскрою. И вот эти голубенькие, такой красивый, приятный цвет, я взяла три размера. Это 8, 4 миллиметра и 2 миллиметра. Посмотрите, как они красиво смотрятся. Это вообще такая нежнятина, прям нежные. И вот эта фирма, я у них уже что-то брала очень хорошее. Вот этот магазин у них хороший магазин, так что вот эти и качество у них, я посмотрела, все хорошие, здесь нет брака. Вот эти мне нравятся. Очень красивые. Буду делать из них. Что-то буду делать интересненькое. Вот это мне советуют такие бусы. Именно этого магазина. У них качество лучше намного. Дальше будем смотреть. Дальше. Вот эти бусины мне тоже нравятся очень. Это тоже 8 миллиметров. Большие такие рондели. И такая немного блеск у них есть такой хороший. И нет сколов, ничего. Вот такие. Вот такой голубой цвет. Более такой насыщенный голубой. Здесь у меня цвет аметист. Тоже красивые бусинки. Прям аметистовый. А здесь покрытие тоже интересное. Но на картинке, конечно, было немного не так. Было немного больше блеска синего здесь на картинке. Но нет такого цвета, как вживую. Вот, как вживую. На картинке совсем другой цвет. Очень жаль, дурят они, фотографии ставят такие красивые, а приходит совсем другое. Умеют фотографировать красиво. Ну вот, ну а так в целом такие бусины мне нравятся, они качественные. Нет ни одной плохой, все хорошие. Вот аметист такой красивый тоже, цвет не видно. Вот на белом, посмотрите.
Ну, хорошие, хорошие. Вот эти бусины хорошие. Тоже все ссылки будут внизу под видео. Заходите, смотрите. А сейчас покажу, вот, что я взяла из фурнитуры. Фурнитуру, вот вы, наверное, знаете, такую часто берут девочки. У меня такие концевики в желтом и бронзовом цвете давно есть. А вот таких вот я не покупала. И решила, что-то я делала с такой фурнитурой. Они гнутся хорошо. Они очень удобные для колье делать. На конце делать, закрывать. Сделать замочек на конце. Очень удобные и качественные. И решила взять в таком цвете. Хорошие, очень хорошие. Если будете заказывать, берите. Не пожалеете. Вот такие шапочки, концевики, наверное, шапочки, я не знаю, очень большие. У меня такие есть в бронзовом цвете, я вам показывала, по-моему, уже. Я решила взять в таком цвете, стальном. Посмотрите, они такие красивые, вот я хочу сделать тоже колье или сатуар. Именно с ними на концах будут они. Что-то сделаю красивое. Не знаю, железо это, металл какой-то или что это. Так, убираем. Дальше я вам покажу. Сейчас вот такие вот в золотом цвете. Между бусинами, проставительные бусины. Разделители, как их называют. Очень красивые. Сейчас я вот возьму бусину и проставим между бусинкой. Очень красиво смотрится. Золотой цвет. Он такой античный цвет. Затемненный немножко. С чернением. Вот с чернением. Здесь полосочки, они внутри черные. И посмотрите, как они смотрятся между бусинами. Здорово. Вот вам должно быть видно хорошо. Сейчас я несколько их одену. Вот видно? Видно. Вот такие вот разделители. Хорошие, да. Качество хорошее. Но они и не дешевые. Есть дешевые, а это нормальные. Качество хорошее. Так что будете покупать. Сейчас открою. Здесь тоже разделители для бусин. Но здесь идут эти разделители. У меня такие есть в бронзовом цвете. Я, по-моему, и в белом цвете. Они как шапочки идут, видите? И их сразу можно на бусины одевать. Вот так вот, как будто шапочка. И сразу разделитель между бусинами. Как проставочные. Очень красиво смотрятся. Вот, посмотрите, как здорово они смотрятся между бусинками. Вот такие разделители. Вот. Так, и бронза. Бронза. Вот такие шарики у меня они есть. Я еще взяла. Очень хорошо идут, когда бронзовая фурнитура, я пользуюсь. Мне они очень нравятся. Между бусинами проставить. Очень удобно. Их здесь что-то много очень. Не помню, сколько штучек. Не могу точно сказать. 200-300. Я ссылки все оставлю. 3 миллиметра эти бусины. Здесь написано. Хорошее качество. Пакет чистый внутри. Не грязный. Так, и вот такие бусины-разделители тоже под бронзу. Я решила их взять, попробовать. Я такие никогда не брала. Бронзовую фурнитуру я очень люблю. Так, сейчас оденем бусину. И
посмотрим. Ну, конечно, это не для таких бусин. Здесь нужны другие, наверное, побольше бусины, круглые, я думаю. Хотя можно и с такими сейчас. Вот такие, как шайбочки. Хорошие металлические. Здесь их штук 20, по-моему, или 15, точно не помню. Но они тоже не дешевые. Потому что чувствуется, что это металл. Это тяжелый прям. Тяжелый такой вес у них. Значит, это не пластмасса, а уже нормальный металл. Хорошее качество. Ну, вот такие вот посылочки я получила. Жду еще. Заказывала много всякого разного. Так что жду еще посылки. Буду показывать, если вам интересно. На все эти товары я оставлю ссылки, так что смотрите. Кому понравилось, напишите отзывы, если вам что-то понравилось. Ну а так, всем пока. Подписывайтесь. До скорых встреч. Пока. Thank you.